Городские аттракционы могут сменить место дислокации и переехать из парка культуры и отдыха на набережном. Такая возможность обсуждается сейчас в администрации Сургута. Ведутся поиски просторной площадки, где можно было бы разместить карусели. Среди возможных вариантов в парке в 38-м микрорайоне, что возле ТРЦ «Аура», Черном мысу и за Саймой. Власти обещают, что инициатива в обязательном порядке пройдет общественное обсуждение. Подробно эту тему мои коллеги готовят к эфиру программы «Телевизионный обзор новостей» в ближайшие выходные. Инициатива по вопросу переформатирования там входной группы в парк «Кедровый лог» и вообще самого парка из там парка, грубо говоря, там с детскими аттракционами в парк такой более солидный, что ли, классический. Она возникла там и у нефтяников, и, соответственно, у ряда, как говорится, социальных групп, которые там в этом парке так или иначе проводят время, и поэтому мы этот вопрос действительно рассматриваем.